Мы на месте. Мы приветствуем Жанну. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Она кивает, но я ее как за стеклом вижу, как будто у нее какая-то прослойка перед ней. Хорошо. Стеклянная. Все чужеродное перед ней подсвечивается, и за ней, вокруг нее подсвечивается красным цветом, есть четко и ясно. Это такая треугольная оболочка вокруг нее. Хорошо. Она внутри. Внутри. Сканер, просканируй сейчас Жанну. Отключи эту оболочку вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, конвекторами, подключенные к этой конструкции. Отключай это все, выводи. И как выйдешь, отправляя силы моего намерения в клетку-тюрьму. Готово. Отлично. Жанна, вы меня слышите, так лучше? Да, больше свежего воздуха сейчас чувствую. Вы не знаете, конечно, откуда эта конструкция в вашем биополе? Похоже на меркабу. Похоже на ложную меркабу. Хорошо, будем разбираться. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Жанны, под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Жанны, находит все. У нее что-то шевелится в животе, как червяки, я бы сказала. Подсвечивая их красным цветом, ты видишь четко и ясно. Несколько они с двух сторон, внизу живота. Хорошо, сканер, просканируй сейчас. Выведи этих червяков, включая внутренний белый свет Жанны. Этим светом она помогает. Выдавливает из себя все чужеродное, негативное, патогенное, находящееся в ее биополе. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Сканер все это выводит, мелкие частицы уничтожаются на месте. Шар вышел. Отправляю его в клетку-тюрьму. Выстраиваю прямой канал от этого шара и от этой конструкции к ответственным и притягиваю всех в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. Ага, значит, притянулись два грея конструкции. Снимаются маски и голограммы Грея, представится гласно своему эфирному коду ДНК. Выстраивает Грея в канал к ответственным, кто другие дал им команду, кто с ним работает. И притягивает их в клетку-тюрьму, стоят в клетке-тюрьме. Никто не работает, пока они налаживают эту конструкцию. Хорошо. Они в процессе. Речь идет о конструкции. Червякам притянулся инсектоид. Вот так вот. Инсектоид. Ты хочешь своей смерти? Объясни мне сразу, чтобы я понимал. Что ты творишь? Биополе человека подкидываем. Удобная энергия у него. Удобные. Личинки какие-то он там развел. Да? Без инкубатора. Просто личинки развел, подкинул, да? Это личинки нужны для дальнейшего инкубатора и развития его потомства. Сколько они находятся в этом биополе? 2,5 месяца. У человека может подняться вес от этих личинок. Не знает ничего о человеке. Он знает, что энергии, которые находятся в ней, способствуют развитию этих личинок. Хорошо, эти личинки потребляли ее энергии? Потребляли энергии и... Каких количеств? Энергии органов также. И энергии органов также. Но это уже для меня называется паразитарное существование. Хорошо, Вера, у нас 2 грея, инсектоид. Кто еще? Все. Сколько грея находится в этом биополе с этой конструкцией? 17 дней. Какая цель вашего эксперимента? Не показывать, что они колпак одели. Вот этот треугольник, он как ограничитель пока такой. Что он делает? Ворует энергию? Или вы манипулируете, вынуждая человека делать какие-то... Но пока они синхронизируют эту конструкцию с ее энергиями, фильтруя то, что она в себя закачивает. Поток энергии фильтруют они. Что-то идет в этот треугольник, а что-то поступает ей. Это очень, очень удобный, как насос, они говорят. То есть она сама делает все действия и закачивает их, вот эту накопитель треугольный. Угу. То есть вы считаете, что все, в принципе, все нормально, и все хорошо, очень удобно. А вы знаете, что вы являетесь... И синхронизированы до конца пока. Угу. А вы знаете, что вы являетесь ее заложницей? И все, что она может, захочет сделать, она может сделать с вами. Вплоть до уничтожения. Вплоть до живой плазмы. Вам такое не приходило в ваши головы, серые? Мы слышали ее манифест. И? Она не чувствует. Она делает, но не чувствует энергии, а мы чувствуем и видим их. И что, ты хочешь сказать, что после него манифест был более твердым голосом сказан, с большим намерением? Это бы вас остановило, установить эту подключку в ее биополе? Один манифест. Мы не напуганы ее намерением. Мы не видим ее силы. Мы сильнее. Ну, хорошо, можно с этой точки.
точки зрения, и так сказать. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Жанны спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. Каналы выстраиваются также к этой конструкции, к этим личинкам. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Жанне. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Грей, вы в квартире ничего не установили? Пока нет. Хорошо. Реверс закончился. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Жанна забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Усилию потоки в 50 раз. Но от этого идут, от треугольника возвращаются энергии по чакрам. Они меняли свои энергии. То есть от нее вернулись ложные какие-то. Смутные такие треугольные конструкции, да, четкие энергии. Готово. Инсектуя, что-нибудь еще осталось на твоей чистоте, биополе Жанны? Нет, им по каналу какой-то комок вышел от нее, когда реверс был. Хорошо. Ничего не осталось. Грей, что-нибудь осталось в биополе, что я еще не вытащил? Да, в горле что-то есть. Сканер, просканируй, что у нее там в горле. Выведи это, отключи полностью. И что вы поставили ей в горло? Какой-то шар, круг. И для чего? Круглый. Для чего и перекрыли ей голосовую чакру? Чтобы какое действие сделать? Забирать энергию через голос. Он крутится там внутри, этот шар, направляя на разные стенки треугольника вибрации определенные. Это уже перебор. Вышло это? Да. Отправляя в клетку-тюрьму, выстраивая прямой канал от Жанны к этому шару, и она реверсом отдает все негативное патогенное низковибрационное, что она от него получила. Пошел мощный поток назад. Она уставала от разговора. А они собирали деньги. Чувствовала плохо на себя после разговоров, утомленный. Вот об этом идет речь. Реверс закончился. Установили фильтр золотой сеточки на этот канал, и в порядке реверса Жанна забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли, мощным потоком пошло назад. Вишутхи, энергия голубая возвращается. Хорошо. Готово. Итак, идем дальше. Даю команду на рассинхронизацию Жанны с Греми, их конструкцией и этим шаром, инсектоида и этим личинком. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Готово. Включая внутренний белый свет Жанне, этим светом она выдавливает из себя все негативное, патогенное, низковибрационное, остаточные энергии на частотах интерферентов и их подключек. Свет пошел, энергия выходит, формируется в шар. Шар готов. Открывая воронку в галактическое ядро, под ним уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогая моей энергии Жанне отстегнуть все каналы на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетает каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, и каналы уходят на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Инсектоид. Это твой шар, твои личинки. Ты хочешь назад? Да, это ценный продукт. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Ли, на связи. Приветствую тебя, Ли. У меня здесь два Грея. Сидели 17 дней, установили конструкцию треугольную в биополе человека, собирали энергии. В горле стоял шар, мы все вернули, что там было. Кроме того, у меня здесь инсектоид, который подкинул личинки. Я могу вернуть ему эти личинки? Нет, мы заберем и инсектоид тоже. Благодарю. Это недопустимо. Это разложение биоробота. Эти личинки уничтожают органы своими энергиями. Так это паразиты? Это паразиты. Понятно. Энергетические паразиты. Конструкция Греев уничтожить, остальное мы забираем. Под конструкцией Греев открываю воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Готово, всех забрали. Хорошо, клетка пустая, шара не осталось, они забрали. Ушел с конструкции. Хорошо. Я имею в виду шар из горла, который вижу. Да. Давай тогда заправим Жанну энергиями, посмотри, сколько ей нужно энергии, какая частота вибрации. 380 и 25. На счет 3 макушку головы Жанны начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 380% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. Да, и ангельских энергий. Она ангелы свежие. Открываю ей поток ангельских энергий. 1, 2, 3. Пошел поток ангельских энергий. Наполняет ее полностью.
поток заживляющей ангельской энергии даем дополнительно. На потоке проходит в места, где эти личинки были, заживляет. И крылья наполняет, они искриться у нее начинают. Отлично. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Жанна, мы закончили вашу проверку. Как вы себя чувствуете сейчас? Я себя чувствую сильно здесь, но, может быть, он был прав. Я не чувствую энергии на Земле. Я делаю, но на физическом плане я не могу чувствовать то, что я делаю. Я говорю про практики. Понятно. Может, вы не вошли в это состояние, вы просто должны ощущать эти энергии, которые идут, приблизительно представлять, у вас должно что-то где-то в теле, легкая, может быть, какая-то дрожь пройти или какие-то приятные вибрации, что-то тепло может пройти. Попробуйте себя в этом варианте. Может быть, у вас получится ощутить эти энергии. Во всяком случае, каждый человек в состоянии ощущать и чувствовать свои энергии. Вы же себя сейчас чувствуете хорошо? Великолепно себя чувствую. А самое главное, я вижу эти цвета и гармонию внутри себя. Вот визуализируйте обязательно, при том, когда вы начинаете давать себе команды, визуализируйте цвета чакр. Вот и заправляйтесь 7 потоками, и пошел красный. Визуализируйте, где она находится, это красная чакра с красным цветом. Потом оранжевый пошел, и так далее, и так далее. Все это, вот когда вы начинаете визуализировать, оно намного усиливает. Попробуйте так. Благодарю. По благо. Для освоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Жанны в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу клеточки извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Активируя Меркабу еще. Активируя в биополе Жанны Меркабу для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздания защитного каркаса. Активировано. Готово. Отключайся от объекта, поднимайся в комнату диагностики. Пошел, подъем.